пройти ревакцинацию без отрыва от производства. К работникам самарских предприятий приезжают мобильные ФАПы, оснащенные всем необходимым для прививки. Сегодня иммунизацию проходили сотрудники одной из торговых сетей Самары. Всего около 100 человек. Они уверены, коллективный иммунитет – залог стабильной работы любого предприятия. На данный момент это сейчас самая актуальная тема, потому что сейчас начинается сезон и прививок, и болезней, как бы, и нужно защитить и себя, и своих родных, и близких, ну и сотрудников, с которыми вы работаете. Супервайзер Александр Синельников рассказывает, первую двухкомпонентную прививку сделал еще в разгар пандемии. Уверен, именно поэтому и переболел коронавирусом в легкой форме. Чего не скажешь о знакомых, которые процедуру проходить не стали, а потом тяжело болели. Считаю, что ревакцинация – это такое мероприятие достаточно важное. Ну, во-первых, я за безопасность свою, ну и за безопасность сотрудников. Поэтому вот я в числе как бы желающих сделать ревакцинацию. Считаю, что это очень важно. ФАПы – это кабинеты врачей на колесах, оснащенные всем необходимым медицинским оборудованием. Они позволяют повысить оперативность оказания медицинских услуг для жителей. Они работают, как и мобильные медицинские комплексы, где можно пройти вакцинацию. Комплексная работа по укреплению материально-технической базы, медучреждений и развитию здравоохранения региона в целом ведется при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Чтобы сделать прививку, пациент заполняет согласие, проходит осмотр врача. При себе он должен иметь паспорт и СНИЛС. После вакцинации сертификат о наличии прививки в электронном виде поступят на сайт госуслуг. Мы формируем коллективный иммунитет, в первую очередь от тех сотрудников, которые контактируют с людьми. То есть акцент идет на этом. Чтобы у нас не было, в первую очередь, распространения коронавирусной инфекции. Народ стал более лояльно относиться к этому, потому что очень много их близких и родственников, которые были не привиты и переболели в более тяжелых формах, лежали в стационарах, имели осложнения. То есть понятие действительности уже присутствует у пациентов. Специалисты рекомендуют обязательно привиться от коронавируса всем, кто прошел вакцинацию или переболел более полугода назад при отсутствии противопоказаний. Допустимо использование сразу двух вакцин. Можно вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции и сделать прививку от гриппа в один день, но в разные участки тела. Это поможет минимизировать риски одновременного течения столь опасных заболеваний. Виктория Шара и события.